такое вещах, как аура. У каждого человека она разная, разных цветов. На сегодняшний день аура можно увидеть через помощь разных приборов, которые уже сейчас существуют. Что такое аура? Аура – это наш защитный слой человека, который невидимый. В зависимости от развития наших тел мы можем более привлекать разные цвета – красный, зеленый, синий и многие другие, в зависимости от того, насколько мы сильно развили свои способности. На данном рисунке видно различные ауры, которые наиболее сильнейшие, это с левой стороны, если мы видим самый минимум, а с правой самый максимум. Тут большинство задействует цветов. Здесь мы видим практически то же самое, только единственное, что от начала, от низа до верха, до самого верха, при помощи развития различных чакр, которые в дальнейшем мы будем рассматривать, и рассказ будет об них, мы можем развивать свою ауру, наши защитные слои. Здесь на этом рисунке мы видим уже в виде лица, где видно наша аура, которая защищает нас. И здесь более развитая аура, потому что тут множество цветов задействовано. На сегодняшний день можно увидеть при помощи множества программ. Но многие программы, которые он нам предлагает, это большинство называемых, как сказать, наложений, а не то, что мы видим через камеру на самом деле. Еще хочу сегодня показать, как говорится, некоторые программки. Вот, например, тест, который не могу сказать, насколько он серьезен, но это как бы, в общем-то, исследовательский центр занимается такими тестами. Вот я сегодня проверил на себе. Ставим новый тест и отвечаем на вопросы. Здесь мы узнаем, какие преобладают чакры у нас большинство. Всегда ли вы чувствуете себя уверенно? Мой ответ такой. Не знаю, как будет ваш. Любите ли вы хвастаться чем-либо? Теста.
как тест показывает, то что чакры Муладхара 29, среднее развитие, Свадхина отрицательно развитие чакры, возгубит негативные страсти. Манипура нормальное развитие чакры в меру, ну, да, целеустремленный человек. Анаха максимально развитие чакры, добрый человек, любящий себя. Видуша нормальное развитие чакры, вы склонны к проявлению себя в творчестве. Анджа закрытый шану занят духовной практикой. Сахара чакра хорошо развита, вы обитаете в духовных мирах. Так, с этим понятно. Вот из этой серии есть еще некоторые тесты для получения обучения чакра. Например, вот такой тест. Что мы видим? Здесь мы видим круги. Синий, красный и зеленый на фоне черного. В середине точка. Если мы будем в течение 30 минут или более смотреть в эту точку, то со временем мы будем видеть другие вещи. Ауры, например. Ну ладно, я не буду вас мучить. Сами посмотрите потом. Еще из этой серии тренинг. Все, что вам нужно, читать и делать то, что здесь написано. В принципе, неплохой тренинг для начала развития чакр. В дальнейшем я, конечно, вам еще найду интересные вещи такие. В прошлых видео я вам говорил то, что вот расслабиться. Все, что вот здесь написано было, конечно, все, что я вам рассказывал ранее, это было уже. И тут вот вам точно объясняется, как это все делается, как медитировать, как начинается с медитации этой. И каждый раз развитие чакры различных будет. И вот этот тренинг вам поможет для дальнейшего для развития. В принципе, такое не очень сложно вам будет, я думаю. В дальнейшем, конечно, можно и посерьезнее найти что-то такое. Ну, в общем-то, дальше я не буду показывать, в принципе, весь тренинг. Сами посмотрите и оцените, как хорошо или нехорошо этот тренинг вам, хороший он. Ну, в общем-то, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте сохранять записи, чтобы не пропускать мои видео. И, в общем-то, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока, до новых встреч.